Это я просто снимаю центральную площадь старого Антверпена. Ну вот это вот собор Антверпенской Богоматери отсюда видно хорошо. А я сначала думал, что она живая, а она не живая. Она ткет кружева. Посмотрите, здесь вот в стиле Голландии и Бельгии это гобелен. И очень красивый такой. Мне так нравится эта сумка, просто почти как целый кафедральный собор. Мы находимся на центральной площади, это самый знаменитый фонтан Антверпена. Посмотрите, в руках у этого парня отрубленная рука, сейчас я прочту в чем-то интригу. На центральной площади находится фонтан Браба. Феофаламба, юный Сильвиус Браба, племянник Юлия Цезаря, победил великана Антигона, наказал его таким же образом, каким сам великан расправлялся прежде со шкиперами, которые не могли заплатить ему дань. Браба отрубил правую руку великана и бросил ее в Шхельду. Ага, значит, фонтан олицетворяет Шхельду, и вот он как рубанул, и все, и нет руки, вот Шхельда, и выкинул у нее. А чего он трогал? Теперь вот.